Первым делом, что я сделаю после самоизоляции, я пойду в кино и в театр. Я сразу побегу в салон красоты, чтобы привести порядок в свои ногти, волосы и тому подобное. А после этого уже куда угодно. Пойду в людное место, в кафе, возможно, или в парк, чтобы просто побыть среди людей. Я пойду в парикмахерскую, чтобы больше не походить на Гарри Поттера. Первым делом пойду в кофейню. Закажу себе горячий-горячий латте и возьму десерт. Еще я пойду в магазин косметики, потому что у меня многое закончилось. И просто пойду гулять по улице, без справки на право передвижения. Я сначала побреюсь, а потом слетаю в свой любимый Таиланд. Ну или в Австралию, или еще куда-нибудь. Я с большим удовольствием посещу театры нашего города Якутска. Мы первым делом всей семьей поедем на море. Делать шашлыки. Я обзвоню всех своих родных и близких, обзвоню всех тех, с кем я сейчас на связи, приглашу на ужин для того, чтобы увидеться и крепко обняться.